огни мерцают. За нами едут полицаи. За нами едут. Добрый вечер. Слушатель Носкобова, аспирант Киев. Попрошу пана паспорт и техпаспорт машины. Тут можно пан стоит? Так, так. Добже? Добже, добже, добже. Право язды? А? Не, право язды нет. Паспорт и техпаспорт. Пана водителя паспорт. Dużo osób? Ile jest? Trzy osoby. Bagażnik proszę otworzyć. Granicy państwo jedziecie, tak? Tak, pan. To zobaczymy. Zobaczmy. Только что в Польше меня остановила граничная стража. Но это такие там, называют их здесь черные. Это считается типа такой самый крутой в Польше контроль граничный. Остановили, просто взяли паспорт мой и регистрационный документ на автомобиль. Права им не нужно было, страховку им тоже не нужно было. Они просто пробили по базе, они сделали именно свою работу, которая им нужна. Это автомобиль или не находится в розыске, или я не нахожусь в розыске в Европейском Союзе. Проверили, отдали документы, сказали широкой дороги, ну типа всего хорошего. И все. Они так, как у нас придумывают, там дайте им страховки, дайте им права, а просто остановили, просто так останавливают. Ну вот это Европа называется. Всем пока.